Идентификация беженцев с помощью технологии блокчейн. Такое решение было принято правительством Финляндии, сообщает Cointelegraph. Просители убежища в Финляндии получают дебетовые карты на основе блокчейн вместо наличных денег, и это позволяет отслеживать как расходы, так и личность. Директор миграционной службы Финляндии Жоуко Салонен признает, что теперь личность можно идентифицировать полностью. Карты являются продуктом местного стартапа и вместе с MasterCard функционируют скорее как замена банковского счета, нежели простое платежное устройство.